Если бы я был бы Дедом Морозом, я бы сделал всех детей счастливыми. А сделать всех детей счастливыми очень просто. На самом деле детям не нужны сладости и игрушки. И им нужен главный подарок – мама и папа. А если у них есть мама и папа, то пусть у них родится сестренка или братик. В каждом году в декабре дети садятся писать Дедушке Морозу письма. А кто еще не умеет писать, за тех пишут мама или папа. Когда я была маленькой, я тоже писала Деду Морозу письма, и мои просьбы были об игрушках или путешествиях в других странах. Когда мне исполнилось 5 лет, я села писать Дедушке Морозу письма, мне стало жалко волшебству на обычные подарки. Ведь эти подарки могут подарить мне мама, или папа. И на день рождения, или на какие-нибудь другие праздники. И я загадала, чтобы бабушка и дедушка были здоровы и не болели. А у мамы с папой не было много проблем на работе. Я желаю вам, чтобы ваши желания исполнялись. И Новый год на... встречать надо не с чем, а с кем. Если бы я был Дедом Морозом, то собрал бы всех детей. Кому Бентли, да Диане, кому Эппл поскорей. Подарил бы все шарами, чтобы было веселей.